спиной к зеленому. Смена цели красного сейчас будет просто. Отбежали от зеленого. Смена цели красного. Пою гимнатхил. Спел гимнатхил. К столу все отошли. Отошли все к столу. Отошли все к столу. Блядь. Кто там ебаный мудак был, который не отбежал? Босяшка, подымай холипая. Баф, кулак, каску по нему, пельмени смотрим. Так, его руки, алё. Конский два стака уже. О, БДК ловит, молодец. БДК тоже два стака уже, да? Угу. Пельмени в рейде. Три хилиса, но лучше не надо. Сейчас пилю стак. Три стака на поклоне. Забирайте за одну секунду до. Скажу. Три, два. Забирайте. Хан забрал. На старте два гимнатхил. Все присты гимнатхил, дай сакру. Протопал. Ой, бля. Так, давай посмотрим, кто минус 3 сделал нам. Это были, походу, милики. Так. Ай, боссаная чума. Не дает посмотреть, кто это был. Этим надо. Ну если это ты был, значит ты мудак, который не отбегает от смены цели. Мне кажется, это был Верджил. Нет, тебе не кажется. Это был он? Пацана, минус крова надо сделать, они не сгильдии. Че, с пугами у вас? Да. Ты же не хочешь персов качать, приходится пуга брать. Да я вас вообще фоном включил, я тут и коня 10. Это Чевой! Это он? Кто? Да, это этот Гофра. А, Гофра. Кто там меня звал? Войт, привет. Ловерман, привет. О, Войт, ты живой? А это кто был? Что-то знакомое. Напомните мне его ник. Смарт, вот этот. Что-то там, да? Да, это что-то смартку. Смартку вспомнил. Ну, похоже, Че, когда ты у нас, а? Некому обычки водить. Да, забудь про это. Я легенда. Все, как эти стримы? Я же подписался на твой канал, ёкламанная. Там нет видосов. Так про Сирус смотри, там интересно тоже. Ты на Сирусе? Чё, совсем иду? Нет. И что там у тебя, корова-паладин? Нежить, вар. Ну и две наги. Друид и ДК. Фу, наги, это такие мерзкие. Я играл там 3 месяца и уже и сразу же удалил.
Ну я сейчас в топ-гильдию вступил, меня во все рейды берут. В смысле, у тебя же своя топ-гильдия? Нет, она не топ была. Ну, я в топ на серве вступил. Ну, а вы ж на лича убивали, в смысле? Ну, убивали. Пятого лича теперь не убили они. Так, а в смысле, что, распустил гильдию, что ли? Нет, я ничего не распускал, я там не был ГМом. А, ты типа оттуда ливнул. Да. Просто я к вам вступал, но что-то я там начал разбираться, как играть, что собирать, и хуй забил. Ничего не понял. Ну и правильно. И какой у тебя там ранг первый? Нет, там третья категория. А что за топ-гильдия? Асгард? Претенды. Асгард на Альянсе. Мне нравится. А Circle не думаешь? Нет. Что такое цирк? Что такое цирк в натуре? Тут люди без дискорда 25-ки приносят. Ну да, вот у нас есть один такой. Здорово! Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Крови. Не понимаю, что собирать. Права, боешки, лута. Вы чё, распустили или чё? Группа лут стоит, короче. Да, распустили. В смысле, вы же на профи были. Ги распустили. Дискорд крашнулся, без него не пули. Вот, а ты с нами в рейде? Нет. Хочешь, могу зайти? Заходи. Ну, сейчас чуть позже. А у нас слотов нет. Кикните кого-нибудь. Да, конечно. Кто у тебя там, варп первого уровня? Там паладин какой-то. Не помню, какой ГС. Ну чё, вы панули сидите к боссу, да? Да чё вот Олег сделал ро и сейчас ППГ фармим. Да ты шутишь. 17 человек в дискорде, 7 человек не смогли преодолеть IQ выше 100. А, типа дискорд крашнулся, да? Я тоже вот минут 20 назад включил, что-то дискорд не включается. Потом прогрузился. Короче, я ушел с гильдии, но я уверен 100%, что это не из-за меня они не убили лича 25 герд. Так что смеяться не будем. ESG с у кого? Так, объяснение сразу, протопал на двоих, ПДК на боссе. На ребре. Волнари, набираем дистанцию, беда хилы в центре комнаты, Мелик отбегает к стене. Даже сакру на первом вихре. Как он? Так вы убили профа, что ли? Да. Ты бы посмеялся, как там профа на Сирусе бьют, это пиздец. Да ну пофиг на Сирусе. В уголок встают, прикинь. И зеленый в них бежит, откидывает тебя. В уголок. Дэша, ты тут? Нет, я же писал. Говорил вам.
А где поклон? Чё, не играет? Поклон, а ты тут, ты же тут сказал, что ты здесь, поклон. Да там, чё вы убьёте, Люк? Бля, я хуею, сука. Чё ругаешься? Олег, а ты расстроился, что я на сервис ушёл играть? Андрей, подымай Фреймоса, Босяшка, подымай гармончика. Меня раздражает то, что чуваки подтверждают готовность, а сами ничего не танчат. Из-за этого минус 2. Дайте баф и помогу, по локу пристабав лапу, интеллект, каску, крест. За это ГП надо хуярить. АОЕ, лолс, ты набрал куча стаков, темниц. Умер от этого. Талдрам, убьем, смотрим за шариком. На ком шарик отбегает. Пробегает через рейд. Все чудовища повержены! Как дела? Сейчас великий чернокнижник... Шарик смотрим. Смарткилл. Готовьтесь к бою! Отведи чуть дальше трэш, о, босс, отведи там вихрь. Ауе, лолс, а ты мог сразу сказать, что ты первый раз здесь, и мне не пришлось бы все это так реагировать? Набирайте дистанцию, сейчас будет вихрь. Да, нормально, более-менее. Давайте, рост. На, шаманы без дискорда. Ладно. Прикольно, мы половина рейда без дискорда бьет. Классно. Ну вылетел дискорд, ну. Тут разошлись тоже рейды. На лича надо сразу зайти. Здравствуйте! Мастер лот поставить можно, успеть. Да, ничего страшного. Это можно ролить уже. Это просто мастер лот ставить, и все, ничего не даст. Не даст. Ой, что надо сделать, чтобы ты пришел на X5 играть? Блять, я не знаю, кого, наверное, нету. Да, ну, хуй знает. Ну, смысл мне на X5, если мне тут нравится? У меня там перса нет на X5. Ты ж прокачал там. Я когда прокачивал, я даже не знал, что тут такое, просто узнавал. У меня тут есть все, о чем я мечтал, блядь. Есть протовар, который все может. Так на X5 тоже с протовара танчись. Да там хуйня, там Т4 нет. А Т4 это местный аналог невернулось, да? Чего аналог? Это у вас местный аналог какой-то охуенной шмотки, да? Сетовский. Сетов, это сетов.
Багаж нас отрисован на это. Ну, он не рисованный, он нормальный. Он не рисован, но на статы у него рисованы. Статы как раз не рисованы. Нарисованы там все бонусы от него. На бока были совсем другие бонусы. Ну, конечно. Я же говорю, там бонусы рисованы. Да, сам Сириус рисованный. Да, Сириус-то рисованный, но... Если иметь в виду, что рисованные статы, то они не дисбалансированы. Да смотри, это вот как с ТикТоком. Сейчас перестанут у него бабки в рекламу вливать. Забьют чуть-чуть на контент, все оттуда уйдут. Хуйня. Ну, сейчас уже года 4 живет, значит, рекламу и все остальное. Так, конечно. Что такое ТикТок? А это херня типа Ютуба, скажем так. Не слышал о таком. Короче, сейчас перестану туда бабки вливать, забью чуть-чуть на обновление и все. Не перестанут. Олег, напиши в объявление то, что походу Дискорд починили, пусть заново зайдут в него. Там что-то добавляют, отбавляют. Так, ладно, ждем 3 минуты. Идите, у нас проблема с Дискордом еще была. Ой, уже хреново. Можно пока с Войдом разговаривать. Так а что там это? Сирус-то, в чем он тебе так понравился, кроме сета? Сейчас, секунду, я тут 10 минут объясняю тактику на чемпиона. Ладно, ролим шлем на танка, на мэй. Ему же никто не думает с рейда. Пока разрулим вещи, может кто-то раздуплиться забегать. Бля, у меня все так мусором закидано. Прямо скидай мне обмен. Рольте все, это не будет считаться как за шмотку, типа. Как, если вы помните, я говорил про одну шмотку. О! Так, где-то на, держи. Эрдрух и Прист. То есть, подожди, можно одну шмотку забрать будет? Да. Без ГП? Нет, 10%, если это такая хреновая шмотка. А это хреновая шмотка? Нет, это не хреновая шмотка. Хреновая. Ну это хилы ролили. Силовой плащ. Подписка. Уже.
счеты на хила. Чмоки. Блять, на наручи ты. Ой, я понял, сейчас, да. Медленно подошел. Нажмите, блять, кнопку, а. АОЕ лол тогда выигрывает счет в мейн. Идем дальше. С плащ с ловкостью. Бля, кто же это делает? А ну-ка сейчас посмотрим. Рейджик. Отключить микрофон. Все. Нарисованная угроза. Вообще. Ну, я Верджилу говорил минус кролу, но он все равно выигрывает. Заслуженный плащ. Заслужил он плащ, как считаете? Или нет? А вот мне плащ тоже нужен. Ну давай Smart Q отдам тебе. А, это с ГП. Не-не-не-не-не-не-не. Не надо. Как это не надо? Надо! Значит, не знаю. Вот тут на ретрика идет плащ мисовый. Так что дам его. Чем могу быть полезен? Ты все еще сомневаешься. Так, это надо. Мы примем любой вызов. Воятель. На ДЦ. Кольцо с ловкостью. Не-не-не, тебе не отдам, коли я, ну, не на мага. Так, давай я еще разберусь, чем они пароли. Ботинки надо бесплатно? Токен. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы на старте выигрывает. Цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Килька, ты ПР выше. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Олег, а ты отдал плащ паладину? Да, отдал плащ паладину. Не, просто тут такой прикол. Вот если я выиграл его паролу у него, тогда он идет по ИП, не? Ты его не выиграл паролу, ну... Ты его выиграл, но у тебя и так стоит бисовый пояс, ой, плащ, не кидай никого в рейде. Он идет тебе не по ролу, так ты гильдии, он идет тебе за гильдию. Сейчас я найду этот токен, подожди. Тролльч. Верджил выиграл на старте вот токен. Тебя минус 20 кролу за то, что ты слакал на профи. Вайпал рейд нам на... Ну, плащ тебе дал, потому что там Андейв был на 50 очков меньше по ролу. Поэтому тебе я дал его. Коли Пи, ты выиграл токен. На, держи. Заслуженно.
Плащ на танке. Процентов. Марк, ты спрашивал за этот за коле какое с MP5 и критом, что ли? Это бесплатно надо кому-то, еще раз говорю, бесплатно. Так, у меня остались ботинки с тухлого. Все, это все же самая ценная шмотка, которая осталась здесь. А, походу, да, да? Напомните, если что-то пропустил. Наверное, все. Давайте чекнем. Да, на старте спекайся в ДЦ, короче, у нас минус один хил, он, ему надо было уходить. Рольте на ов кольцо, вот эта еще штука осталась. Я не кидал тебе мод. Это же не Верджил. А, это ты был. Так, сейчас размучу тебя, то что ты там фанил. Так, чек на Дискорд. Ой, лол, блядь. Ебать. Тише. Минус 3 на Анубе 10. Сейчас я попробую набрать ДД. Есть ДД? Ну ладно. Так, Спартак, ставь ауру тьмы. На первой взлетке прожимаешь масти аур, Ваня, прожимаешь гимн на хп. Дается сакра. На второй взлетке, Спартак, ты убираешь ауру тьмы. И Верджил ставит ауру тьмы, прожимает мастер ауру. Верджил, ты в Дискорде? Да не в Дискорде он. Он уже писал в чате. Блять, как же сложно это. Наверное, сейчас мы распустим рейд. Пацанам рассказывал. Че рассказывал? То, что варенька не в десет, хуёво, конечно. Не, так, не ролик. Так чё ты пацанам рассказывал? Что ты мне мешаешь релить? Ну, чё, рассказывал. Ладно, погнали. Пробуем убить так. Хилы нормальные у нас. Правда, половина рейда без дискорда сидит. Смотрите, сейчас будет пакт. Получит тукус кто-то. Пакт, сбегайтесь. Очень далеко. Быстрее. О, господи, далеко. Не стойте прям у стены. Там лужа будет разливаться. Не надо стоять. Там босяшка стояла. Гармончик ложа, выбегай.
предлагал. Пак там рачёных сейчас. Винт этот, Рога, быстрее. Так тебе сбежался, ты там и стоял. Доброй охоты. Сейчас будет роющиеся тени. Лево-право, милики. Лучше влево. Фреймос, метка. Давайте с пактом РДД-зонок по пичке. Влево выносим или зона роющейся тени? У всех под лагерем? Не. Пакт одна секунда. Пакт одна секунда. Мелизона, босяшка, Алькиона. Влево выносим сейчас лужу. Кину на себя антифир, наверное. Продиспелю рейд. А, Гикс, отлично, глыбу прожмешь. Да, я вынес далеко. Все, сдиспелил всех. Набрали максимальную дистанцию. Андейв, подымешь чмоки, босяшка, подымешь кильку. Вихрь закончился, все... Сейчас будет пакт. Одна секунда, после пакта встанешь, наверное. Быстрее, сбежали с пакта. Чмока, выбегай, пою гимноману. Ставьте тотемы. Пакт 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Пакт. Мелизона повороте. Так, на старте я споем гимн на ХП на взлетке. На старте себя не слышит. Ну, может он включит логику, споет гимн на ХП тогда. Сам уже. Потому что я и без зрела это делаю. Пакт 2 секунды. 1 секунда. Сбежались быстрее. РД-зона. И от хилов отбежали. Хила нет. 2 секунды. Укусы надо передать. Встать дистанцию 8 метров друг от друга. Блядь. Уже зашел, сука, пиздец. Видим на отхил. Все, все выжили, отлично. Пакт, одна секунда. Роста не было. А, и зачем он нужен, когда РЛ не говорит? У вас нет диски, да? Чуть не смарт килла. Вот, рачок вышел. Не в состоянии укус передать. Да не, тыкал на повороте, тыкал на тебя. Ложь, вы что, это будете? Ложь, неправда. Вранье. По-любому. Вранье в чистом виде. Ты сейчас насал на нас, просто обманув. Ты тыкал, наверное, в себя. Ты себя выбрал таргет и не нажимал. Нет, это правда. Ну, факт. И надо было отдавать укус. Я тыкнул в повороте. Сначала хотел тебя, но в тебя уже кто-то тыкнул. Потом в повороте я, наверное, там просто уже действительно не был. Того кусать я был. Роньте на ов бесплатно, мусорная шея. Сухолепи выиграл. Так, ладно, давайте сразу разуровываем. Покоритель.
Колипи получал печеньку, Фреймос не получал, да? Ну я же говорил на ребре, что одна шмотка, один токен, пушка с лича. Че, ворогозит? Если все вещи получили уже, то по второму кругу ролим вещи. Завоевать надо. А меня не слышно сейчас, да? О, слышно. Ну.
У тебя есть червяк смарт-кил? Не. О, дайте по лобам. Может через лока похилить? Да, через квадрат, я же кинул метку уже. Кому там из хилов МК раскинуть? На Холипала или Расторшана. Короче, нету смысла что-то говорить, все хилы без дискорда. Есть амак 6К. Нужен? Ты ему скажи, что дискорд проблемный, Ильича может не убьем. А, блядь, да без диска неохота даже на Ильича идти, даже на Синдру. Того? Убьем есть. Потом будет, я не в диске, не кидай мне ГП. Я не знал этого. Нейрон не сказал. Прости, ДК, случайно. По привычке.